18 ноября в Анапе стартовала ежегодная акция «Подари мне жизнь», в рамках которой для будущих мам проведут ряд познавательных лекций и встреч. Специалисты расскажут о медицинском, нравственном и этическом вреде абортов, важности сохранения жизни и семейных ценностей. Главная задача акции – сделать рождение каждого ребенка желанным. Риск для жизни, конечно, большой – прерывать беременность. Во-первых, это очень большая психологическая травма. Ни одна женщина по жизни не забывает о том, что она это сделала. Она сделала сейчас, потом она об этом жалеет всю жизнь. Ну и плюс причинение здоровью. Это же очень опасно для здоровья. Нет безопасных абортов. Любой аборт он опасен для здоровья. Хоть медикаментозный, хоть хирургический аборт. Но оно может привести просто к бесплодию, к онкозаболеваниям впоследствии. Организаторы понимают, что беременность – это непростой период, и у женщин возникает множество вопросов, касающихся психологии, права, медицины и финансов. Поэтому важно довериться специалистам, которые готовы оказать необходимую поддержку и помощь будущим мамам. Я им всегда говорю, вы единственный человек, к кому может обратиться ребенок – мама. Он не ко мне обращается, а к вам. Вы единственный, кто может ему помочь, и вы ему в помощи отказываете. По статистике больше становится на учет, нежели идут они на аборт. И потом я же этих детей вижу, которые родились, которые приходили, хотели прервать беременность. Я их вижу, когда они родились уже, когда они подросли. И как радуются эти родители этим рожденным детям. Сегодня в рамках акции «Подари мне жизнь» своим опытом с девушками поделились многодетные супруги Жуковы, которые ожидают рождения 9-го ребенка. Иерей храма преподобного Серафима Саровского Виталий Долинский подчеркнул важность духовной поддержки в этот особенный для женщины период. Очень важно понимать, что церковь всегда, особенно сейчас, очень много делает для того, чтобы женщина никогда не думала, что если она беременна, что значит для нее проблема. Ребенок – это не проблема. Свою профессиональную точку зрения высказали также акушеры-гинекологи и психологи женской консультации, предоставив будущим мамам ценные советы и рекомендации. Я хожу сюда познакомиться с будущими мамочками, и чтобы со мной поделились опытом и врачи, и психологи, и разные люди приходят и нас просвещают, потому что это мое первое материнство. И мне это все интересно. Ежегодная акция «Подари мне жизнь» – прекрасная возможность для женщин получить исчерпывающую информацию и поддержку на пути к материнству. Вера Грушко, Дмитрий Голдушевский, Анапа регион.